Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по земельному налогу в том случае, если участок занят автомобильной дорогой. Именно данному вопросу посвящено письмо ФНС России, реквизит которого вы видите. В данном письме рассматривалась ситуация, когда ремонтировалась либо реконструировалась автомобильная дорога. И возник вопрос, необходимо ли уплачивать земельный налог в отношении участка, на котором эта дорога располагается. Рассматривая эту ситуацию, ФНС России указывает на то, что в том случае, если земельный участок занят государственной автомобильной дорогой, при этом в отношении данной дороги проводятся ремонтные работы, либо она реконструируется, то в этом случае организации, которым принадлежит соответствующий участок на праве постоянного бессрочного пользования, освобождаются от уплаты земельного налога на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 395 Налогового кодекса. Вообще следует заметить, что эта позиция фискальных органов не новая, и ФНС России в своем письме ссылается на письмо Минфина аж 2008 года. В любом случае, налогоплательщикам, которые сталкиваются со схожей ситуацией, им необходимо принять во внимание данное разъяснение ФНС России. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.